Шри Кришна Чайтанья Прабху Дая Курамаре Тамабина Кедаяхалу Джагата Самсарин Патита Павана Хетум Тавайаватарахам Мусама патита право на пайбехарам. Аха прабху нитянанда премананда сукхи клипа бало канакором ами борам духим. Даякарахам Ситапати Адвайта Госай Тава Крипа Бале Пай Чайтанья Нитай Аха Сварухуп Санатана Рупа Рагуната Амбата Джуга Ши Джива Прабху Локанатам Даякарахам Шри Ачарья Прабху Шринивасам Рамачандра Сангамаге Наротама Дашам Шри Кришна Чайтанья Прабху Дая Курамаре Тамабина Кедаяхалу Джагата Самсарам Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Рама, Рама, Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама,
Гауранитай, 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 Джая Гауранитай. Джая Джая Прабхупад, 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 Джашила Прабхупад. Джая Джая Прабхупад, Прабхупад, Прабхупад. Джай Шрила Прабхупад, Джай Джай О Прабхупад, 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 Джай Шрила Прабхупад, Джай Джай О Прабхупад, 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 Джай Шрила Прабхупад. Джая Джая Шри Чайтанья Джая Нитьянанда Джая Адвайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда Джая Джая Шри Чайтанья Джая Нитьянанда Джая Адвайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вринда Джая Джая Шри Чайтанья Джая Нитьянанда Джая Двайта Чандра Джая Гаура Бхакта Вриндам Шри Чайтанья Бхагавата Ки Джай Шрила Вриндаван Дас Такур Ки Джай. Его Божественная Милость Шрила Бхакти Сидан Сарасвати Такур Госвами Махарадж Ки Джай. Его Божественная Милость Абхай Чарана Равинда Бхакти Вридан Свами Шрила Прабхупад Ки Джай. Всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху Ки Джай. Итай Гора Премананде. Так, дорогие друзья, мы продолжаем служить Шри Чайтанья Бхагавате. Мы читаем Адиканду, 17 глава, стих 66. Глава называется «Господь посещает Гаю». Притагая шатхакари шишачинандан дакшинае ваке тушилена випраган. В этом святом месте Шишачинандана совершил обряд шатха и затем сладкими речами удовлетворил местных брахманов. Комментарий Ачарьядева Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура. Явив лилу предложения жертвенной пищи в Притагае, Господь удовлетворил местных брахманов, даровав им дакшину в форме сладких слов. В Гае паломники обычно щедро вознаграждают местных священнослужителей и оказывают им исключительное почтение. Пользуясь этим, некоторые жадные панды, гаи, побуждают невежественных паломников поклоняться их стопам, цветами и листьями туласи, чем навлекают на себя величайшие оскорбления. Зная об этом, Господь, не желавший способствовать такому греховному поведению брахманов, священнослужителей, удовлетворил их сладкими речами. Стих 67. Табе утария питри ганасанта прия дакшин манас чалилена хашахаяя. Совершив все необходимые ритуалы для освобождения предков, Господь в счастливом расположении духа отправился в дакшина манасу. Стих 68. Дабе чалилена прабу Шри Рама Гаяя, Рама Аватаре Шатта Карила Ятаям. Затем он пришел в Шри Рама Гаю, где прежде в своем воплощении Рамачандры совершил церемонию Шатха. Стих 69. Эхо Ататаре Сей Стане Шатта Кари. Табе Ютиштира Гая Гела Гаура Хари. Он вновь совершил церемонию Шрадха. После этого Господь Шри Гаура Хари отправился в Ютиштира Гаю. Стих 70. Пурве Ютиштира Пинда Дилена Татая
Сей прате татха шатха кайла гаурараям. В этом месте некогда проводил церемонию шатха Махараджа Ютиштира. Из любви к Ютиштире Шри Гаура также провел здесь эту церемонию. Стих 71. Чатурдике прабурведья випрагана шатакариена сабе падана вачана. Брахманы окружили Господа и руководили его действиями во время исполнения ритуала. Стих 72. Шатакари прабу пинда пелее джале гаял брахман сабадхари дхари гиле. Едва Господь успел завершить церемонию шатха, местные брахманы схватили подношения и принялись их есть. Комментарий Ачарьядева. Слово «гаяли» происходит от слова из языка хинди «гая яла» и означает «пинды» – священнослужители Гаи или жители Гаи. В данном стихе говорится о жадности брахманов Гаи. Стих 273. «Декья асена прабу шиша чинандана, се сабави прераята кандила банданам». Видя это, Шиша Чинандана улыбнулся. Благодаря этому брахманы освободились от материального рабства. Стих 74. Утара манасе прабху пиндадана кари бимагая кари лена гауранга шихари. После этого Гауранга совершил церемонию шатра в Уттара Манасе, а затем направился в Бимагаю. Стих 75. Шивагая Брахмагая Адията Аче Сабакари Шодашгая Ягеле Гелапаче. Боже Господь провел необходимые обряды в Шивагае, Брахмагае и, наконец, Шодашагае. Стих 76. Шодашагая я Прабху Шодашикария Сабаредилена Пинда Шаттаюктахаям. В Шодашагае Господь с верой провел церемонию шатха для своих ушедших предков, используя 16 предметов. Комментарий Ачарьядева. Слово «шодаши» указывает на церемонию шатха определенного типа, в которой используются 16 видов подношений, а именно земля, асана, сиденье, вода, одежда, масляная лампадка, рис, орехи, бетеля, зонт, сандаловая паста, цветочная гирлянда, фрукты, кровать, сандалии, коровы, золото и серебро. Шодаши может означать и определенного вида сосуд, используемый для проведения жертвенного ритуала. В отношении совершения церемонии шатха, в соответствии с правилами Карма Канды, Вишну Пуране 2.16.4 мы находим следующее обращение Аурвы к Махараджу Сагаре. «О царь, человек, который приходит к Гаю и предлагает там жертвенную пищу своим ушедшим предкам, доставляет им удовольствие, а его жизнь увенчается успехом». Стих 77. «Тобе Махапрабху Брахма Кунде Кариснанам». Гая шире аси кари лена пинда данам. После этого Махапрабху принял омовение Брахмакунде и предложил пинду в Гая шире. Стих 78. Дивья мала чанданши хасте прабулаям. Вишну пада чихна пуджи лена хашахаям. Потом Господь лично совершил поклонение отпечаткам лотосных стоп Господа Вишну с цветочными гирляндами и сандаловой пастой. Стих 79. Эй мата сарвастане шадхади кария басая чалила випрагане сантошия. Совершив церемонию шатха во всех рекомендованных писаниями местах и удовлетворив местных брахманов, Господь вернулся в свою комнату. Стих 80. Табе Махапрабху ката кшане сустахая
Рантами карите прабху Василе Нагая Гия. После того, как Господь отдохнул, он занялся приготовлением пищи. Стих 81. Рантана сампурна хайла хенаи самаям айленши Ишварапури Махашаям. Как только Господь закончил готовить пищу, к его дому подошел Шри Ишварапури. Еще раз прочитаем этот сладкий стих. Рантана сампурна хайла хенаи самаям айленаши Ишварапури Махашаям. Как только Господь закончил готовить пищу, к его дому подошел Шри Ишварапури. Стих 82. Према йоге Кришна нама балите балите, айлена прабу стане джулите джулите, айлена прабу стане дхулите дхулите. Вращая и покачивая головой от экстатической любви, Ишварапури шел, воспевая имена Господа Кришны. Комментарий. Шрила Бхактистан Сарасвати Такура Чарядева. Когда Ишвара Пурипад появился перед Шри Гаурасундаром, он был охвачен любовью к Богу и потому не мог сдерживать эмоции. В это время Господь заканчивал приготовление пищи. Стих 83. Рантана эдия прабху парама самбраме намаскари тане васа илена асане. Увидев своего духовного учителя, Господь немедленно покинул кухню и почтительно предложил ему удобное место. Хасия балена пури шунаха пандита, палай самай хайлана упанита. Стих 84. То есть Господь совершал определенное преданное служение, готовил просад, и как увидел своего духовного учителя, он немедленно покинул кухню и почтительно предложил ему удобное место. Хасия балена пури шунаха пандита, палай самай хайлана упанита. Ишварапури улыбнулся и сказал: «Послушай меня, о пандит, я вижу, что пришел твой дом в самое подходящее время». Стих 85. Прабу бале ябе хайла бхагера удаям, эй анна бикша аджи карамахашаям. Господь ответил: «Я сочту себя необычайно удачливым, если сегодня ты отобедаешь в моем доме». Стих 86. Хасия бале на пури тумика ки паибе прабу бале амьяна ранти бана эбе. Ишварапури, улыбнувшись, сказал: «А что ты сам будешь есть в таком случае?» Господь ответил: «Я приготовлю для себя позже». Стих 87. Пури бале ки карие карибе арапака яна ачайтаха карадуи бхагам. На это Ишварапури сказал: «Зачем готовить обед дважды? Давай лучше разделим то, что уже есть пополам». Стих 88. «Хасия балена прабху яди амачао, яна хайче таха туми сабакао». Господь улыбнулся и сказал: «Если ты хочешь доставить мне удовольствие, пожалуйста, съешь все, что я приготовил для тебя». Стих 89. Тилартхеке арана рантибана ами накара санкоча кичу бикшекара туми. Я быстро приготовлю пищу вновь,
Пожалуйста, отобедай и не беспокойся ни о чем. Стих 90. Табе прабу апанара анна танредия, ара анна рантитесе гелахашахая. Господь с огромным удовольствием накормил Ишвару Пури и удовлетворенный отправился готовить для себя. Стих 91. Хена крипа прабур ишвара пури прати. Пуриро нахика кришна чада анья мати. Ум Ишвары Пури никогда не отклонялся от служения лотосным стопам Господа Кришны, поэтому Господь благословил его своей милостью. Стих 92. Шихасте апане прабу каре паривешан, парананда сукхе пури каре на бходжанам. Господь сам угощал Ишвару Пури, и тот ел с большим удовольствием. Стих 93. Сейкшане рамадеви ати алакшите прабура нимита анна рантила тварите. Рамадеви, богиня процветания, быстро приготовила обед для Господа, оставаясь невидимой для людей. Комментарий Ачарья Дева. Оставаясь невидимой для обусловленных живых существ, Шри Махалакшми Деви, самая дорогая служанка Гаура Нараяны, немедленно приготовила изысканный обед для своего возлюбленного супруга. Стих 94. Табе прабу агетане бикша каряйя, апане обходжан карила хашахая. Накормив Ишвару Пури, Господь с радостью поел сам. Стих 95. Ишвара пурида санге прабура бходжанам, ихара шаване миле Кришна премадханам. Тот, кто слушает повествование о том, как Господь обедал в обществе Ишвары Пури, обретет сокровище любви Кришне. Стих 95. Ишвара пурида санге прабура боджанам, ихара шаване миле Кришна премаданам. Тот, кто слушает повествование о том, как Господь обедал в обществе Ишвары Пури, обретет сокровище любви Кришне. Стих 96. Табе прабу Ишвар пуре сарва анге, апане шихасте лепи лена дивья ганте. Затем Господь собственными руками умастил тело Ишвары Пури сандаловой пастой. Комментарий Ачарья Дева. Будучи Джагадгуру, учителем всего мира, Господь явил совершенный пример ученика, умастив сандаловой пастой тело своего духовного учителя. Служа Гуру и видя в нем проявление Верховного Господа, Шри Гаура Хари учил все человечество тому, что ничто в этом мире – не должно использоваться для собственного наслаждения, но должно применяться для служения Хари, Гуру и Вайшнавам.
стих 96. Табе прабу ишвар пурер сарва анге, апанеши хасте лепилена дивья ганте. Затем Господь собственными руками умастил тело Ишвары Пури сандаловой пастой. Комментарий Ачарья Дева, его божественная милость, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура. Будучи Джагат-гуру, учителем всего мира, Господь явил совершенный пример ученика, умастив сандаловой пастой тело своего духовного учителя. Служа гуру и видя в нем проявление Верховного Господа Шри Гаура Хари, учил все человечество тому, что ничто в этом мире не должно использоваться для собственного наслаждения, но должно применяться для служения Хари, Гуру и Вайшнавам. Стих 97. Ята прита Ишварера Ишвара Пурере Таха Варни Барекон Джана Шакти Дхаре. Кто способен описать возвышенную любовь Господа к Шри Ишваре Пури? Комментарий Ачарья Дева. В данном стихе слово Ишварера указывает на Верховного Господа Шри Гаура Сундара. Стих 98. Апане Ишвара Шри Чайтанья Бхагаван Декилена Ишвар Пурира Джанмастан. Верховный Господь Шри Чайтанья посетил место рождения Ишвары Пури. Комментарий Ачарья Дева. Ишвара Пури родился в деревне Кумарахатта, которая в настоящее время находится в 3 километрах от станции Халисахара восточно-бенгальской железнодорожной ветки. С недавних пор в месте рождения Ишвары Пури обосновались сакибеки, которые ввели здесь свои неавторитетные методы поклонения. К числу методов чистого преданного служения относятся такие действия, как посещение места рождения Господа, предложение поклона в земле, на которой принял рождение Господь, и обход этого святого места. Стих 99. Прабу Бале Кумара Хаттаре Намаскара Шри Ишвара Пурирае Граме Аватара. Господь сказал: «Я кланяюсь в деревне Кумарахатта, где родился Шри Ишвара Пури». Господь сказал: «Я кланюсь в деревне Кумарахатта, где родился Шри Ишвара Пури». Стих 100. Кандилена вистара чайтанья се истане арашабда кичунахи Ишвара Пури вине. Господь Чайтанья проливал слезы в месте рождения Ишвары Пури и без конца повторял его имя. Господь Чайтанья проливал слезы в месте рождения Ишвары Пури и без конца повторял его имя. И мы здесь можем понять, что имя, святые имена ачарьев и спутников Господа, Шри Чайтанья Махапрабху, они очищают тоже, и они являются тоже, как и святое имя Господа Шри Кришны, являются святыми. Господь Чайтанья проливал слезы в месте рождения Ишвары Пури и без конца повторял его имя. Стих 101. Сестанера мриттика апане прабхутули лайлена бхаирвасе банти экадули.
Господь взял горсть земли с места рождения Ишвары Пури и завязал в полу своей одежды. Стих 102. Прабу Бале Ишвара Пурира Джанмастана Эмритика Амара Дживана Дхана Прана. Господь сказал: пыль с места рождения Ишвары Пури, моя жизнь, мое богатство и моя жизненная сила. Текст 101. Эстанерам риттика апане прабутули, лайлена бахирвасе банти экадули. Господь взял горсть земли с места рождения Ишвары Пури и завязал в полу своей одежды. Стих 102. Прабубале Ишвара Пурира Джанмастана, эмритика амара дживана дхана прана. Господь сказал: пыль с места рождения Ишвары Пури, моя жизнь, мое богатство и моя жизненная сила. Стих 103. Хена Ишварера прита Ишвара Пурире, бхактере бадате прабху сабашакти даре. Господь проявлял столь сильную любовь к Ишваре Пури, потому что ему доставляет радость прославлять своих преданных. Комментарий Ачарья Дева. Господь поклоняется своим преданным, поэтому Шри Гаура Сундар принял духовным учителем Шри Ишвару Пури, увеличив тем самым его славу. Стих 104. Прабу Бале Гая Карите Е Айлана Сатяхайла Ишвара Пурире Декхиланам. Господь сказал: я пришел к Гаю, чтобы совершить подношение предкам. Теперь, когда я увидел Шри Ишвару Пури, цель моего путешествия достигнута. Комментарий Ачарья Дева. Желая преподать урок своим ученикам Сатакам, Господь Духовный Учитель всего мира произнес такие слова: придя в Гаю, я обрел великую удачу, увидел лотосные стопы духовного учителя, который является олицетворением всех святых мест. Благодаря этому я достиг цели своего паломничества. Так, дорогие преданные, мы прочитали с 66 стиха до 104 стиха комментариями Его Божественной Милости Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Спасибо вам большое. Вся слава Шриле Прабхупаде. Нитай Гора Премананде.